Где спрятался пупсик? Вот же малыш. У крошки милые хвостики. Надеваем розовый боди. Украшаем платье надписью. Нежно-розовые губки. И голубые глазки. Она еще совсем крошка. У Барби впереди вся жизнь. Мамочки ожидали выписки из роддома. Я уже купила своей красотке розовое платье. А я костюмчик малышу. Поздравляю, мамочки! У вас родились замечательные детки. Возьмите их на ручки. Пора примерить новые наряды. Детишки познакомились. Между ними завязалась дружба с самого рождения. Заготовки есть. Какой яркий! Собираем из них стеллаж. Ящики для игрушек заменяют пластиковые судочки. Сколько конструктора! Малышам будет с чем позабавиться. Мамы отвели детишек в садик. Непоседы обнаружили стеллаж, полный игрушек. Барби полезла на самые верхние полки. Вдруг там спрятано самое интересное. Малыши принялись строить лесенку из лего. Теперь игрушками завален весь пол. Ю-ху! Как весело играться вместе! На розовой ткани обводим новые выкройки. Сшиваем заготовки, дополним комплект боди. Кен и Барбара стали старше, но они все так же неразлучны. Парень решил устроить для Барби сюрприз. Вуаля, пикник! Вау, ты здорово придумал! Это еще не все. Я заинтригована. Вернусь через минутку. Парнишка принес связку воздушных шаров. Вау, как в сказке! Thank you. Я тебя держу! Стало прохладно. Ты не замерзла? Yes. Спасибо, так гораздо теплее. Перекрасим ботиночки в желтый. На подошве колесики из бисера. Дополним ролики наколенниками и налокотниками. Безопасность превыше всего. Барби собирает башенку из мягких кирпичиков. Ю-ху! Обожаю скорость! Осторожнее! Прокатимся вместе? Я не умею. Не волнуйся, сначала надень ролики. Good choice. Ouch. Прости, не ушиблась. Все оки. Со временем девочка стала кататься все лучше и лучше. Wow. Молодчина, Барби. Выкроем штанины для розовых брюк. Крой суперклёш. Украшаем одежду шнуровкой. Низ штанин тоже усеян блестками. Thank you. Поработаем над костюмом Кена. Украшаем лентой страз. Парочка одета в глэм-вестерн-луки. Кен и Барби пришли на самую громкую дискотеку в городе. Вечеринка гудит, всюду смех и веселье. Оу, я пришел по адресу. О, какой красавчик! Кен не останется без внимания. Сегодня разве не костюмированная пати? Nope. Упс,
I'm sorry. Мы одни так нарядились. Ха, ерунда. Главное, что мы вместе. Приглашаю даму на танец. Ребята стали королем и королевой дискотеки. Барби осыпают комплиментами. Как вдруг? Барбара, я давно хотел узнать. Ты станешь моей женой? Не может быть! Да! Подготовим выкройки брюк. Срочная примерка. Пуговки-стразы. Кен верен своему стилю. Набросим пиджак с запонками. Кен выглядит очень элегантно. Настал самый важный день. Дорогие гости, приветствую всех! Поздравляю, дружище! А где Барби? Вдруг она не придет? Ох, зал замер. Выход невесты. Безумно рада нашей встрече, милый. Наша любовь навсегда. Yes. Как мило. Объявляю вас мужем и женой. Молодожены обменялись кольцами. Поверить не могу. Это сон или наяву? Поздравляем, вы лучшие. Ю-ху! Молодожены умчали в свадебное путешествие. Скручиваем синельную проволоку. Голова пуделя с розовыми ушками. Гламурный питомец станет любимчиком нашей семьи. Дорогая, для тебя есть сюрприз. Что ты задумал? Сейчас увидишь. Ну что там, открывай. Воу, шарики, обожаю. Что, это еще не все? А, моя мечта. Серьезно, пудель, я на седьмом небе от счастья. Теперь наша парочка воспитывает нового питомца. Пудель моментально привязался к новым хозяевам. Прошли года, семья состарилась вместе. Рисуем новый мейк. Лицо покрылось морщинками. Переоденем Барбару в удобную одежду. Старушка не расстается с бриллиантовым ожерельем. Бабуля выглядит очень элегантно. Дедушка Кен остался все тем же модником. Шапочка и костюм в тон жене. Как мило. У Барбары сегодня день рождения. Кен не прекращает удивлять свою любовь даже в старости. Дорогой, что за сказка? Присаживайся, милая. Пикник на природе, все как в детстве. Поднимаю бокал за тебя, лучшая женщина в мире. Спасибо, это лучший день рождения за долгую жизнь. Покрошим старые ластики. Собираем домино в коробку. Такое же розовое и гламурное, как наши герои. Дедушка Кен занимался уборкой. Как вдруг дедуля наткнулся под диваном на странную коробку. Дорогая, смотри, что я нашел. Сыграем? Отличная находка. Семейная пара принялась играть. Ого, какой азарт! Юху, я выиграла партию. Поздравляю, милая. Кен и Барби никогда не скучают вместе. В их доме всю жизнь царит уют и полная гармония. Кен решил приготовить сюрприз для Барби. Кажется, крепко спит. Нужно прокрасться на кухню. Тихонечко.
заглянем в холодильник, приготовлю суперзавтрак. Набросаем в чашу кучу сладостей. Аппарат замешал однородное тесто. Штампуем ровные кружочки. В каждом печенье вложено предсказание. Испытаем судьбу. Затонируем крышечку. Розовый поднос для вкусняшек. Распишем золотом. Подача с лепестками роз. Как романтично! Кен спрятал колечко. Кого-то ждет сюрприз. Доброе утро, милый. Ой, где ты? Я все проспала. Дорогая, я рядом. Готовил завтрак. Прости, напугал. Все пошло не по плану. Я соберу. О, печеньки. И записка. Что? Серьезно? Ах да, я хотел сделать предложение. Выйдешь за меня? Юху, я согласна. Непредвиденные ситуации не помеха семейному счастью. До свадьбы осталось совсем немного. Отправимся в свадебный салон. Ах, мечта наяву. Здесь ты найдешь все, что нужно. Присядьте, сейчас продемонстрирую весь ассортимент. Ого, сколько нарядов! Примерьте это, вам пойдет. Неплохо, но не то. Не мой цвет. Это слишком мрачное. Не мой стиль. Слишком вечернее. Ах, я в отчаянии. Не волнуйтесь, обратимся за помощью к Лали Лу. Надеюсь, они справятся. Доверьтесь, они профи. Барбара сбросила наряд за ширмой. Мастера взялись за работу. Ура, выкройки у нас. Обводим шаблоны, вырезаем заготовки, сшиваем юбку. Добавим пышности. Стягиваем фатиновые ленты. Шикарный подъюбник. Дополним платье корсетом на липучке. Не забываем про украшения. Сегодня твой день. Ну, как я выгляжу? О май гад, невероятно! Что за красотка? Помогу с фатой. Букетик сюда. Ожерелье. Перфекто. Ты словно ангел, сошедший с небес. Thank you. Все, побежал помогать жениху. Невеста выглядит неотразимо. Кен в растерянности. Скоро свадьба, а я совершенно не собран. Не волнуйся, сейчас снимем мерки. Намечаем выкройки. Обводим шаблоны на атласе. Блуза готова. Дело за брюками. Сшиваем штанины. Жених, примери. Лалилу взялись за жилетку. Отлично сидит. Поверх наденем пиджак. Ах, забыли про обувь. Вуаля, новые туфли. Добавим образу ярких красок. Воротник, пояс и бутоньерка. Стильный образ жениха будет в центре внимания. Кен вбежал в свадебный салон. «Сэр, мне срочно нужен костюм. Вы по адресу, мне есть чем удивить. Взгляните только, какой крой. А эти полосы и экспрессия. Позвольте, что это? Вы же попросили костюм. Я достал лучшее. Игривый хвостик. Ха-ха. Мне нужно прийти в себя. Антонио! Ох, фэшн-катастрофа. Я сражен наповал, но Барби будет не в восторге. Оцени мой скилл стилиста, дорогуша. Ну как я? Феерично. Еще немного экспериментов. Последний лук. А я красавчик. Спасибо, дружище, по рукам. Бабочка в подарок. Спасибо, чао. Фу, какие требовательные клиенты. Выбираем розовый карандашик.
На листе появились заготовки. Вырезаем развертки. Складываем в конверт. Приглашения оформлены в изящные рамочки. Подпишем каждое. Украсим бусинками. Дорогой, все готово. Сверим список. Ага. Где наше приглашение? Я обо всем позабочусь. Сделаем их сами. Такс. Я очень старался, смотри. Милый, лучше в розовом цвете. Согласен, повторю за тобой. Парочка здорово потрудилась. Последняя галочка проставлена. Можно отдыхать. Размотаем рулончик фольги. Придадим форму свинки. Формируем ножки. Облепливаем заготовку полимерной глиной. Где же стек? Нашли. Загладим неровности, проделываем ямочки глазок. Свинка потопала по столу и изобрела в краски. Хорошо ополоснуться в розовой водичке. Поправим кисточкой. Пигмент впитался в шерстку. Какая прелесть! Свинка довольно хрюкает. Свадьба вот-вот начнется. Гости уже заждались влюбленных. Где же они? Мы готовы! Не будем тратить времени зря. Обменяйтесь кольцами, дабы скрепить вашу вечную любовь. О нет, кольца! Дружище, я обо всем позаботился. Сейчас будет небольшой сюрприз. Мастерим бархатную подушечку. Украшаем заготовку кружевами. Наполняем синтепоном. Готово. У свинки важная миссия – нести кольца к алтарю. Мини-пик несет колечки к алтарю. Упс, свинка не устояла перед хот-догом. Да, переходим к плану «Б». Обменяйтесь кольцами, я его заменю. Юху! Поздравляем молодоженов! Из деревянных шпажек мастерим мольберт-треногу. Устойчиво. Картонную рамку украшаем выпуклыми бусинками. Добавим позолоту. Натягиваем холст. Какой шедевр напишет художник? Я полна вдохновения. Семейный портрет. Бегу творить. Празднование в самом разгаре. Молодожены танцуют первый танец. Мини-пик поглощает хот-доги. Парочка кружится в вальсе. Я так счастлива. И я. Дорогие мои, у меня еще один сюрприз. Лучшая художница Лали Тауна согласилась написать ваш свадебный портрет. Уи-уи. Может, мы зря его пригласили? Я есть рисовать Ви, пока Ви танцевать и веселиться. Ви не нужно позировать. Очередной странный сюрприз. Художница принялась творить. Ну, как успехи? Я только начинат. А меня нарисуйте поярче, а здесь темнее. Вы портите мое полотно. Антонио ловит мини-пига. Хро-хро. Мама мия, в такой атмосфере невозможно творить. Фу, шедевр готов. Вау! Антонио, это была отличная идея. Никогда не видела такой красоты. Лалилу, картина – это здорово. Но в фотографии могут поучаствовать все. Давайте поможем. Let's do it. Собираем ненужные деревяшки. Мастерим из палочек раму. Поместим на стойки. Распечатка полароидного снимка подвешена на лентах. Украшаем фотозону цветами и немножко зелени. Очаровательное место для совместных фото. О, что за день! Сюрпризы не заканчиваются. Представляю вашему вниманию фотозону. Минутку, только настрою камеру, и все готово. А теперь мастер-класс по позированию.
Ох, Антонио, что-то ты увлекся. Может, мы уже наконец пофоткаемся? Снято, снято, снято. Где остальные гости? Мини-пик, ты последний? Ладно, позируем с тобой. Все уселись рассматривать снимки. Чудесные воспоминания останутся с парой на долгие годы. Хаги, одолжи нам пару носочков. Обрезаем кончики. Наполняем синтепоном, сшиваем подушки. Постельный комплект дополняет одеяльце. Профили Барби и Кена, как мило. Упакуем белье в коробочку. Приветик, что отнести? Мчу к молодоженам. Уставшие Барби и Кен пришли домой. Дорогой, неси подарки. А теперь распакуем гостинцы. Интересно, что в самом большом боксе? Вау, это белье? Круто! Давай завернем тебя как буррито. С тобой не соскучишься. В мастерскую притопала девочка. Подожди мастеров. Подготовим ткани. Синие брючки и розовая блузка. Отличное сочетание. Сшиваем обновку. В ушках жемчужинки. На ногах удобные кеды. Малышка просто чудо. Прошли года, у Барби с Кеном появилась дочурка. Мам, пап, скоро пойдем гулять. Скукотища, побегаю сама. Мороженое, сладкое мороженое. Хочу, можно мне это? Без проблем. А, мороженое убегает, ловите его. Где оно? Милая, что случилось? О! Это же просто кролик, глупышки. Крошка получила нового друга и мороженое в придачу. Разве это наряд для супербогачки? Переоденем куколку в подходящий лук. Барбара выбирает для образа только лучшие ткани. Сверху надеваем белоснежную блузку. Шею подчеркнул атласный воротник. Набросим золотой пиджак. Манжеты и низ украшены экомехом. Не хватает только аксессуаров. Больше бриллиантов для нашей богачки. Барби – само совершенство от каблучков до макушки. Богачка руководит огромным проектом. Теперь она помогает людям зарабатывать. Да-да, мы финансируем эту конференцию. Мисс, ваш завтрак. Thank you. Ох, даже кофе выпить некогда. Вы понимаете, сколько стоит раскрутка бизнеса в наше время? Мисс, скоро начинается ваш тренинг. Точно. Так, я на связи. Сегодня я научу вас делать деньги. Дело стоящее. Барби – профи в ведении бизнеса. Ее советы помогли открыть мне фирму. Спасибо за бесценную информацию. Фух, очередная конференция завершена. Впереди еще столько работы. Зеленая ткань пригодится для образа Кена. Обводим шаблон штанишек. Сшиваем заготовки. Кто-то выбросил их на свалку. Зря, отличная обновка. Сидят как влитые. Осталось немного доработать. Пока котик спутывал нитки, Кен прокачал себе брюки. На плотном ремешке с карабином болтается сумка-бананка. Все инструменты будут под рукой. Торс прикрывает черная майка. На свалке не слишком уследишь за чистотой и модой. Кен скитается по мусоркам в поисках интересных вещиц. Так, с чем порадуют Баки сегодня? Опа, сумочка! Песик, давно видал такую классную переноску? Не понимаю, заглянуть сюда, говоришь? Ха, вот так улов! Продам кому-то подешевле. Слегка подкрутить и будет работать. Подходите, барахолка Кена. Новинки каждый день.
Сколько любопытных вещиц. Куплю эту книгу. Пожалуйста, с вас 5 лолибаксов. Thank you. Посмотрим. Ох, серьги моей молодости. Ностальгия. Парнишка даже не подозревает, что это антиквариат. Держи, заслужил. Неплохая прибыль. Nice. Очаровательный пупсик. У крошки золотые волосы. Добавим фатиновую юбочку с пояском. Идеально. Голову украшает золотой веночек. Ах, что за милое чудо. Алло, да, я всегда на связи. Ну чего ты, не нравится звон бриллиантов? Может, проголодалась? Кто хочет золотую сосочку? Мама, она хнычет пуще прежнего. Что делать? Одну минутку, я все решу. Заказывали детскую площадку? Да, установите сюда. Ага, попалась. Моя дочурка достойна самого лучшего. А этот пупсик превратится в нового младенца. Светлые волосы собраны в 2 хвостика. Мастерим памперс из влажной салфетки. Ножки девочки испачканы. Малютка ни на миг не расстается с любимым мишкой. А вот и папочка. Заработал немного денежек и решил порадовать свою дочурку. Ты же хотела велосипед? Спасибо, ты лучший. Я так трудился, чтобы ты была счастлива. Моя умница, способная девочка. Кто-то проголодался, сейчас папа накормит. Баю-баюшки-баю. Голову куколки закрепляем на кегле. Добавим пару колесиков. Стачиваем носик. Поработаем над прической. 2 высоких хвостика. Робот-няня украшена розовыми полосками. Повсюду сверкают стразы. Затонируем волосы. Украшаем бантиками и нитями кристаллов. Робот переоделась в фартучек домохозяйки. Навести уборку и присмотреть за ребенком – это задачка для робо-няни. Механизированная помощница целыми днями следит за порядком. Алло? Да, снова оставили внучку. Что, аукцион уже сегодня? Нужно бежать. Робо-няня, присмотри за крошкой. Поиграй в манеже, малютка. А где мама? Давай почитаем сказки. Я скучаю за мамочкой. Фух, успела. Я дома, дочурка, все хорошо. Как славно, когда вся семья в сборе. Крошка счастлива. Из картона собираем корзинку для малыша. Срываем верхний слой, застилаем донышко соломкой. Свежая пресса аккуратно отсортирована. Почтальон ежедневно разносит газеты по соседским районам. Всегда мечтал стать почтальоном. Садись, крошка. Сегодня мы отправимся в путешествие. Стоп, наша остановка. Подай папе газетку. Порадуем соседей новостями. Да что ж такое? Колесо. Ничего, подкрутим и поедем дальше. Из пластиковых деталек мастерим портативный терминал. Тонируем в серебро, закрепляем панель с кнопками и дисплеем. Ламинируем золотую карту. Теперь даже куклам доступен безналичный расчет.
Ох, вокруг столько несовершенства. Кошечка голодает, бедняжка. Взмах карты, и на газетке появился корм. Приятного аппетита, Пушистик, а я продолжаю путь. Ох, девушка наверняка замерзла. Держи новую шубу и немного наличных. Ого, спасибо, да вы волшебница. Ну что вы, просто люблю делать добрые дела. С терминалом все просто. В мастерскую подъехала садовая тачка. Перекрасим под металл. Оборачиваем ручки воздушным шариком. В тачке есть все необходимое. С таким набором садовода легко поработать над ландшафтом. Хо-хо, лужайка вся в сорняках. Ничего, наведем здесь порядок. Подстрижем кустики. Фу, здорово поработал. О, сэр, вы преобразили мой сад до неузнаваемости. Пустяки, это моя работа. У вас талант. Приходите работать в мой салон. Я не против. По рукам. Из силиконового органайзера вырезаем передник. Украшаем глиттерным кармашком. Добавим россыпь страз. Пластиковую посуду превращаем в пульверизатор. Вот и рычажок с распылителем. Полный набор принадлежностей для мастера красоты. В салоне богатой Барби все такое милое. Проходите смелее, мы как раз искали нового мастера. Вот ваш фартук и инструменты. Ну как, мне идет? Очень. Первая стрижка, немного волнуюсь. Ах, я в восторге. Какой талантливый парикмахер. Thanks. Фото на память.